студии Алены рабочая атмосфера, тренировка по расписанию. Лишь внушительных размеров сертификат напоминает о минуте славы на шоу «Бродвей». Сегодня первое место Бобина Дэнс Тим! Будущая победительница еще на этапе отборов. Без сценического света и антуража в одиночку проложила путь в это шоу. Правда, в следующем туре у нее была поддержка. Я реквизит, я сижу на стуле вначале. Я стул. Алене при ее яркости звездная болезнь не свойственна, а вот обычная простуда – пожалуйста. В четвертьфинале танцы были действительно горячими, с температурой под 40. Ты такой весь... вот в таком состоянии, и типа нет волнения из-за этого, потому что ну, болезнь настолько перекрывает все, что ну ты такой уже, ну, сейчас выйду, уже выступлю, уже бы быстрее выступить, закинуться какими-то таблетками и лечь спать. Все было быстро. Вот, но они сказали, что немножко коротковато, но мы просто не любим, когда все затянуто, растянуто, это как бы скучно смотреть. Ну и в первом же туре нам заявили, что как бы как-то все классно, танец классный, но это не на миллион было, скорее всего, а тут вот борьба за миллион. Ну и вот в третьем мы бахнули на миллион, как бы, и потом еще раз на миллион. Получается, что они вообще нам должны два теперь, а дали только один. Ребята пока еще не успели потратить свой первый миллион, потому что не строили особых планов на него, больше занимались танцами. Когда у нас еще не было ничего, нам каждый раз все, что у нас спрашивали, это: «А куда вы потратите миллион?» Это сложный вопрос. Ну, во-первых, мы, естественно, поделимся с нашей командой, потому что она много сделала для того, чтобы мы дошли до финала и выиграли в финале. В финале уже целая команда Бобина Дэнс Тим рассказывала свою историю. Историю танца. От ретро до хип-хопа и самых авангардных стрит-направлений. Теперь уже никто из судей не смел критиковать. Наконец-то мы видим номер, достойный финала, где фигурирует цифра в миллион. Отличная работа с музыкой и замечательно подобранные и разложенные движения на все это дело. Вот, но посмотрим, будете ли вы лучшими. Все получилось. Алена со своей командой вошла в историю как первый победитель шоу талантов «Бродвей». У них хватит энергии и на второе шоу. Только хочется немного пожить вне конкурса. Гонять на мотоцикле, путешествовать и, как всегда, танцевать. У нас есть свои тренировки, еще обязательно всегда какие-то параллельные проекты идут, какие-то снятия видео, какие-то там, не знаю, клипы или еще что-то. Ну, то есть вот это все вот так вот пересекается, плюс к этому был вот, получается, Бродвей-шоу, на которое нужно было положить все силы. И в итоге лето вообще не получилось. Ну, как получилось, конечно же, теперь мы можем устроить себе лето вообще где угодно.